Без горячей воды и с разрытыми коммуникациями. Так отопительный сезон встретили жители домов 29 и 29А по улице Химиков. Напомним, официально он стартовал в Омске 23 сентября. Многоэтажки начали подключать к отопительным системам. Местные жители о теплых батареях пока только мечтают. Надеются хотя бы на горячую воду. Ее планово отключили в конце мая и не вернули до сих пор. С подачей холодной тоже проблемы. Напор минимальный и с перебоями. В июле рабочие раскопали коммуникации у домов и, по словам местных, пропали. Больше 2 месяцев на участке тишина. Я здесь работаю, в больнице рядом, просто хожу часто на работу через этот участок. Ну, все лето точно уже все раскопано, постоянно дырка, это вот не знаю, сколько уже времени. Наверное, пока кто-нибудь не упадет. Ну, не закапывают, ничего не делают, сколько я ходила здесь, ничего не происходит. Жалобы в управляющую компанию и в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска результата не принесли. За окном все холоднее. Люди боятся замерзнуть в своих квартирах без горячей воды и отопления. Мне так сказали, что в других районах еще хуже. Но мы за свой дом переживаем. Здесь парк находится, дети в парк ходят с колясками. Это же очень опасно. Старт отопительного сезона в Омске действительно проблемный. Факт подтверждают ресурсоснабжающие организации. На сетях многочисленные аварии. В работе тепловой компании более 300 поврежденных участков. В ожидании горячей воды около 400 домов по всему городу. Двухэтажки по улице Химиков в их числе. По адресу улица Химиков, дом 29, строение 29А, произошло повреждение на трубопроводе. В связи с большой нагрузкой на персонал и спецтехнику срок окончания работ запланирован 30 сентября. После этого будет произведена обратная засыпка территории. Ситуация жителей на второй тепловозной сложнее. Трубы дома голые. Теплоизоляция обветшала и оборвалась, причем давно. Потребители не первый год отапливают улицу. До квартир тепло доходит с большими потерями. Это еще покойничек муж был, замотал пока вот это все. А теперь так у нас. Уйдем, наверное, в зиму с этим. Во-первых, для этого нужно материал, чтобы мотать. Я звонила вот недавно, буквально звонила, он говорит, это не наша обязанность. Я говорю, Евгений Леонидович, замотать бы трубы, говорю, перед зимой. Воздух будем опять топить. Это не наша обязанность. Это обязанность тепловой компании. Тепловая компания поясняет, что их обязанность только до задвижек заматывать. А после задвижек до подъезда мотает управляющая компания. Телеканал «Омск ТВ» связался со специалистами тепловой компании. Там сообщили, изоляция трубопровода будет восстановлена. Только до зимы или уже после – неизвестно. Работы запланированы на 2024-2025 годы. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы, таким как больницы, детские сады, школы. В первую очередь теплом обеспечат социальные объекты, затем жилой фонд и только после этого – здания учреждений и организаций. Чтобы дать отопление, тепловой компании потребуется не меньше 3 недель. Тем временем на объектах Омск РТС проблем нет. Готовность 100%, сообщили в пресс-службе. Ремонтные работы на сетях завершены. Горячее водоснабжение восстановлено. Пуск систем отопления на старте сезона может занять 5-7 дней. В этот период критически важна скоординированная работа между компаниями, обслуживающими магистральные сети, балансосодержателями квартальных сетей и управляющими компаниями. Если после старта отопительного сезона батареи в ваших квартирах холодные, жалуйтесь в управляющую компанию или ТСЖ. Не реагируют? Свяжитесь с ресурсоснабжающей организацией. Там смогут более точно сориентировать по срокам подачи тепла и горячей воды.